Друзья, приветствую, на связи Денис. Ну что, в этом видео я вам снова покажу, как можно купить токен NFTB непосредственно через DeFi обменник PancakeSwap. Я зашел на свой PancakeSwap и уже подключил свой Trust Wallet. Если не знаете, как это делать, то можете смотреть мое предыдущее видео. Сейчас я должен выбрать, что я хочу отдать и что я хочу получить. Здесь, где отдать, в моем случае я выбираю токен BUSD. То есть это стейблкоин от Binance BUSD, он у меня сейчас лежит на Trust Wallet. И здесь, где получить, я выбираю, что я хочу получить. В моем случае это токен NFTB. Здесь я прописываю, что я хочу купить токен NFTB на $500. И я сразу же вижу цену, по которой я буду покупать токен NFTB. В данную секунду это 0,3 цента, то есть 30 центов, 0,3 доллара. Я соглашаюсь с этой ценой, вижу, что я потрачу 500 BUSD, и я получу 1642 токена 44. Вот только что даже курс немножко изменился. Также у меня будет комиссия. Эта комиссия будет оплачена в токенах BNB по сети BIP20. Это такие черные BNB на Trust Wallet. В принципе, я совсем согласен. Нажимаю кнопку Swap и нажимаю еще раз кнопку Confirm Swap. Теперь я должен перейти на экран своего телефона и подтвердить данную операцию. Вижу, что комиссия у меня будет 0,41 доллар и оплачиваю я ее, как уже сказал ранее, в токенах BNB. Нажимаю кнопку подтвердить и жду подтверждения. Также я могу перейти на Binance Scan и посмотреть непосредственно саму транзакцию. Могу нажать кнопку Close. Мы видим, что уже у меня BUSD стало меньше, было 1300, уже 800, а NFTB у меня было 4 с чем-то тысячи токенов, уже 6200 токенов. Друзья, вот в принципе и все, только что я купил еще токенов NFTB на $500. В дальнейшем я буду записывать ролики, скорее всего, про стейкинг данных токенов и про лаунчпады. Если был полезен, ставьте лайк, с вами как всегда был Денис, всем пока-пока, зарабатывайте.